Всем привет, с вами Ира, и это мой новый влог. Сегодня у меня обычный рабочий день. Я уже позавтракала, и сейчас буду приступать к съемке туториала на динозаврика. Этот туториал выйдет летом. Сейчас буду ставить лампу, телефон, на который я снимаю. На планшете у меня будет схема, и вот такие цвета я выбрала. Вчера все приготовила вечером, чтобы сегодня не тратить время. Итак, я уже отсняла первую часть головы, и сейчас хочу поставить видео на таймлапс, чтобы вы посмотрели, как я снимаю. Обычно я снимаю туториалы целый день, и бывает даже больше дня, но сейчас стараюсь снимать в пределах одного дня или даже полдня, как у меня получилось с этим динозавром. Мы как раз с вами опробовали мой новый штатив. Я его покупала для того, чтобы ставить на таймлапсы, либо когда у меня занята лампа. Сейчас буду дальше снимать. Еще вот такой штативчик у меня есть, но он очень шумный такой, поэтому я его ставлю на такую салфетку. Я тут набиваю динозаврика ватой. И мой динозаврик прилетел, да, малыш? Хорошенький мой. Птичка прилетела. Такой вот милашка. На нем не фокусируется камера. Да? Да, не фокусируется. О, так. Я уже доплела динозаврика. Результат покажу у себя в Инстаграме и в Телеграме. Сейчас буду делать фото для обложки и как раз-таки для Инстаграма. Буду заниматься монтажом видео. Оно получилось очень длинным, поэтому разделю его на две части. Этот туториал выйдет летом. И потом, пока видео будет конвертироваться, то займусь другими делами. Итак, я уже собралась и сейчас буду выходить. Беру с собой наушники и на всякий случай пауэрбанк. Сейчас я, кстати, хожу с вот таким рюкзаком. Я так вам и не рассказала, куда я шла. У нас в городе открылись новые магазины продуктов, новая сеть, и я решила поехать в один из таких магазинов. Но, к сожалению, он мне совсем не понравился. Поэтому мы просто сходили в обычный нам АТБ и в магазин одежды. Итак, небольшой обзор на покупочки. Я купила вот такие кроссовки, расческу. У меня уже есть точно такая же, но у нее уже погнулись все зубчики. И от этой же фирмы вот такая расчесочка. И вот такая краска. Она красного цвета, но на камере оно почему-то делает ее рыжей. Вечером я села разобрать этот органайзер. Обычно я его использую только для туториалов, а просто для плетения использую органайзер с крышкой. Мне так намного удобнее. Далее я заполнила свой блокнот. В черновик я обычно записываю, сколько мне нужно лески, и потом уже переписываю в чистовик вот такой розовый блокнот с разделителями. Этот блокнот я заполняю обычной черной гелевой ручкой и никак его не оформляю, только записываю название и сколько нужно для определенной части. На этих кадрах вы можете видеть, как я плету петуха. Основа белая у меня из матового бисера, а все остальное из обычного. Где-то за час-полтора я сплела тело. Оно не очень сложное, так как оно стандартное. Всем привет! Сегодня уже следующий день, и мама мне покрасила волосы. Вообще, я первый раз крашусь в красный цвет. До этого я красилась оттенками рубина, и они были ярко-малинового цвета. Ну, на моих волосах, конечно, это не было прям супер ярко, но тем не менее это выделялось. Хотя изначально, когда я только думала покраситься в какой-нибудь яркий цвет, я хотела именно красный. И вот спустя год или полтора я все же покрасилась. Купила себе книгу. Если что, то я уже давно нигде не учусь, уже отучилась свое. Но хочу изучать английский, и мне нужно было какое-нибудь пособие, которое будет и с тестами, и со всеми темами. И я решила такую книжку взять, ее рекомендуют.
Поэтому, скорее всего, в следующих влогах мы будем с вами заниматься. Я разгребу дела по работе, и мы с вами начнем. В этот день у нас было очень много планов. Начали мы с сельпо, и здесь уже была подготовка к Пасхе. Вообще было очень много планов, именно на то, чтобы погулять, посидеть в маке. Но, к сожалению, была очень затяжная тревога, которая длилась более 3,5 часов, поэтому в мак мы так и не попали. Сейчас будем пробовать вот такой антисептик и грисини. Сейчас покажу их. Вечером я пришла домой и продолжила плести петуха. Мне удалось плести гребень и клюв. Также я проходила курс для ногтей, и это средство мне очень помогает. Сегодня уже 3-й день, как я снимаю влог. Вот, и вчера я пришла домой, и как-то уже не очень хорошо себя почувствовала. В общем, я заболела. Ночью у меня была высокая температура. Сейчас вроде бы нормально, но сильно у меня донос дало. Короче, вчера, хоть и с температурой, вечером она уже у меня была, я сплела 3 части петуха, вот это отдельно было. И сегодня очень хотелось бы его закончить уже. Здесь остались крылья, лапы и хвост. Плету из матового бисера, основной цвет, а все остальное таким обычным. Так что сейчас попробую закончить, ну вернее за день. И плюс поделать какие-нибудь другие дела, несмотря на то, что сегодня у нас воскресенье и у меня выходной день. В Инстаграме я начала уже выкладывать посты к Пасхе с моими пасхальными изделиями, поэтому мне нужно было сделать некоторые заготовки, и они были для колечек. Целый день я чувствовала себя не очень хорошо, но тем не менее я сплела крылья и лапки. Остался только хвостик, очень постараюсь сплести за сегодня, но даже не знаю. Папа мне принесла апельсинки. И сейчас мне нужно заполнить планер, чтобы выставить в Инстаграм, потому что у меня есть рубрика «Планер за неделю». Планер я заполняю почти каждый день. Пока что у меня это не ввелось в привычку, чтобы планировать прям каждый свой день, к сожалению. Но я думаю, когда у меня появится новый планер, то я все же серьезно займусь этой привычкой. Очень странно, что до сих пор я не привыкла, потому что планера я веду уже много лет. Вот такой яркий разворот у меня получился. И далее я села плести петуху хвост, так как это единственное, что оставалось в нем. Мне очень удобно, что у меня на планшете есть функция разделения экрана. Так я могу на одной стороне смотреть какие-то видео, а на другой открывать схему. Кстати, на телефоне у меня тоже есть такая функция, так что если у вас есть, то обязательно попробуйте. После того, как я закончила петуха, то я убираю весь бисер в контейнеры. Готового петуха можно увидеть у меня в Инстаграме, либо в Телеграме, ссылочки есть в описании и название есть на экране. Не забываю об уходе, лак у меня для ногтей и остался сегодня 1 день, и также сыворотка для лица. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на другие мои социальные сети. Ссылочки есть в описании, и всем пока!